В этом ролике мы подробно разберем маркетинг сообщества Рубин на примере платформы Pro, которая включает в себя один 4-местный стол тренар-удвоитель и 6-7-местных столов бинарного типа. Переход по столам происходит автоматически по мере закрытия, а также можно активировать столы по порядку, не дожидаясь закрытия. Исключением является только 6-й стол. Его можно активировать сразу. Все начинается с нулевого стола. Это 4-местный стол тренар-удвоитель, где вход составляет 2000 рублей. Под вами выстраивается структура из 3 рефералов. От первого реферала вы полностью возвращаете вложенную сумму 2000 рублей. На средства от 2 других рефералов происходит переход в 1-й стол стоимостью 4000 рублей. Первый и последующие столы являются 7-местными с процентной системой 10-90. От рефералов первой линии вы получаете 10% от их входа. И со второй линии 90% распределяются по маркетингу. Так, каждый из ваших рефералов также активирует 1-й стол за 4000 рублей. От рефералов первой линии вы получаете по 400 рублей на вывод. Далее, при заполнении 1-го места второй линии, 3600 рублей распределяются следующим образом. 1200 рублей идут вашему куратору и 2400 рублей вам на вывод. При заполнении 2-го места 800 рублей идут вам на вывод и 2800 рублей идут в накопительный счет для перехода во 2-й стол. Итого, с 1-го стола ваш доход уже составляет 4000 рублей. При заполнении 3-го и 4-го мест на эти средства плюс 2800 рублей с накопительного счета происходит переход во 2-й стол за 10000 рублей, где вы снова получаете 10% от рефералов первой линии, то есть 2000 рублей. Далее, при заполнении 1-го места второй линии создается один клон в нулевой стол-удвоитель за 2000 рублей. Эти клоны будут проходить точно такой же путь, как и вы, и приносить вам доход по мере закрытия столов. Далее куратору идет 1600 рублей, а вам на вывод поступает 5400 рублей. Когда заполняется 2-е место, снова создается один клон в нулевой стол. Куратору уходит 1600 рублей. Вы получаете 3400 рублей и 2000 рублей поступают в накопительный счет для перехода в 3-й стол. В итоге со 2-го стола ваш доход будет равен 10800 рублям. При заполнении 3-го и 4-го мест на эти средства плюс 2000 рублей с накопительного счета происходит переход в 3-й стол за 20000 рублей. На выходе с 3-го стола создается один клон в 1-й стол и 2 клона в нулевой стол. Куратору идет 6400 рублей, а вам на вывод поступает 21600 рублей. Далее активируется 4-й стол за 40000 рублей, где создается еще 2 клона в 1-й стол и 4 клона в нулевой. Куратору уходит 12800 рублей, и вам поступает 43200 рублей. 5-й стол активируется за 80000 рублей. Создается еще 4 клона в 1-й стол и 8 клонов в нулевой. Куратору идет 25600 рублей, а вы зарабатываете 86400 рублей. Далее происходит переход в последний, 6-й стол за 160000 рублей, где создается 2 клона во 2-й стол, 6 клонов в 1-й и 12 клонов в нулевой стол. Куратору уходит 84000 рублей, а вы зарабатываете 296000 рублей, и происходит реинвест в этот самый 6-й стол, что позволяет доходам не останавливаться. Итого по закрытию вы зарабатываете 464000 рублей. Плюс ко всему этому все ваши клоны проходят аналогичный путь, и от их движения по столам создаются новые клоны. И так бесконечно по принципу геометрической прогрессии. А средства, которые предназначаются куратору, также идут вам от закрытия столов вашими личными рефералами, когда вы для них являетесь куратором. И это еще не все. Сразу после активации платформы Pro вам открывается доступ к бонусным матрицам «Живая очередь» и «Шахматы». Точно по такому же принципу работает платформа Lite, где вход составляет 500 рублей, а доход равен 116 тысячам рублей. И точно так же после активации платформы Lite
открывается доступ к бонусным матрицам «Живая очередь» и «Шахматы», подробнее о которых в следующем видео. Регистрация на сайте rubin.com. Рубин. Лучшая матрица в рублях.